Короче, ребят, тут Дима Егоров написал, сказал, слушай, а что если мы сделаем такой изи бит в стиле великого современного композитора Олега Майами? Давайте попробуем, что с этого получится. Гоу! Ну что, всем привет, ребят, решили мы, короче, сделать очень классную движушку и сделать трек в стиле Олега, великого композитора Майами. Ну что, давайте посмотрим, что с этого получится. Гоу. Короче, первым делом накидываем кик. Далее этот кик дублируем. Вот так вот. Все по фэншую. Все простенько. Даже не надо на нотках писать, Олежа. После этого добавляем такой клэпчик небольшой. Ну и также его дублируем, Олежка. После этого берем гранд пиано. Ну и давайте пропишем какие-нибудь нотки. Давайте послушаем, что вообще получилось у нас. Слушайте, ну прекрасно вообще, прям вот попсятин из попсятин. Нормально, нормально, все, качает. Слушайте, ну надо добавить какую-то кочевую тему. Давайте-ка добавим маримбочку любимую. О, чувствуется, что ты в Майами прям под такой музончик. Разгоночка. Слушайте, ну я думаю, хай-хетики какие-нибудь добавить, можно еще какие-нибудь трещоточки. Давайте послушаем легендарнейшие мелодии в стиле Олега, композитора. Вот, давайте, поехали. Малышка, а я люблю ЧБД. Щербаков мое все. Ну что, ребят, с вами был Изи Олег Майами и бит в его стиле за 5 минут. Поэтому ссылки все в описании. Ждите крутой трек и клип.